Гимназия Эврика занесена в реестр 100 лучших школ России. Всего в гимназии более 50 педагогов. Есть, которые трудятся здесь практически со дня основания, есть новички. Основать эту премию решила бессменный директор, заслуженный учитель России Галина Филиппова, чтобы поднять престиж профессии учителя и показать, насколько она уважаема. С каждым годом мы приумножаем, наши преподаватели приумножают славу нашей гимназии. В этом году наибольшее количество учащихся оканчивают гимназию на 4,5. Это 68% от всего количества. Награждали учителей в 15 номинациях. Постарались не упустить ни одного из достоинств педагога, которые необходимы, чтобы дать детям достойное образование. Золотой хронометр, педагогические надежды, через тернии к звездам, золотая пчелка, сердце даю детям. В этих и других номинациях отмечали педагогов. Карина Бадерина стала победителем номинации «Учителями славится Россия», ученики приносят славу ей уже во второй раз. Это успех не только мой, это успех тех детей, которых я учила с 5 класса. Этих детей я учила 7 лет для того, чтобы они могли в 10-11 классе показать свой успех на олимпиадах. Учитель математики Наталья Бузлукова получила премию «Успех-2013» номинации «Через тернии к звездам». По ее словам, главное, чему она учит детей, это не просто складывать числа и знать математические формулы, а правильно логически мыслить и размышлять. Такая премия и такой праздник – это просто итог тех успехов, которые достигают потом наши дети, наши выпускники. Ребята в гимназии получают не только знания, но и возможность проявить свое творчество. И в этот день ученики подготовили для мероприятия различные художественные номера, поэтому на сцене городского театра царила абсолютная атмосфера праздника. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Игорь Куршаков, Анапа регион.